Смотреть кино можно, конечно, и дома, но согласитесь, в большом комфортном кинотеатре это совсем другое дело. Теперь этому критерию соответствует и кинозал Десногорска. Без кинотеатра любой город будто бедный родственник. Ведь это не только культурный, но и важный социальный объект. Реконструкция Десногорского кинозала прошла, как и планировалось. Удобные кресла, отличный звук и цифровое оборудование для показов радуют зрителей. В принципе, все прекрасно, звук шикарный, ну, соответственно, кино тоже великолепно. Кинотеатр отличный, мы думали, что он намного хуже, но он оказался даже очень ничего. Кинотеатр хороший, звук тоже хороший, было очень интересно, приятно смотреть. Хотелось бы, конечно же, намного больше фильмов, потому что это интересно, прекрасное времяпрепровождение, почему бы и нет. С момента открытия кинозала продали почти 6 тысяч билетов. При этом наиболее посещаемой оказалась лента Т-34. Можно признать, уверенный старт культуры кино в Десногорске удался. А что будет дальше, смотрите анонсы. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.